Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька, сегодня мы посмотрим игрушку под названием Pacify the Farm. Игрушка про каких-то там кукол, не пойми чего, но это какой-то... Поэтому давайте сразу ее запустим, сразу посмотрим. Мы будем там в каком-то особняке. Хорошо, это то самое место, найдите вход и проверьте весь дом. Хорошо. Так, во-первых, подожди. Нам нужно выяснить, что происходит. А ты кто? Мы за кого играем? Тебе все еще нужно проверить это место. Бляха-муха, вот за такое, как ты ставишь машину, можно было прав лишать, наверное, нет? Ну ладно, хер с тобой. Так, меня кто-нибудь обучит вообще управлению, нет? Так, прыжок, вот это вот все, ладно, понятно. Хорошо, мы прибыли, короче, мы играем за кого-то мужика, мы прибыли в какой-то дом, непонятно какой. Непонятно зачем, непонятно вообще, что здесь происходит. Так, как-то так, в общем. Так, главная дверь. Да, я угадаю, закрыта. Запертая дверь, требует главный ключ. Блин, еще бы, конечно. Ладно, пойдем посмотрим. Так, мы умеем бегать на Shift, это уже хорошо. Хотя... Хорошо ли это или нет, хрен его знает на самом деле. Если мы умеем бегать, значит, нам есть от кого бегать, в принципе. Так, какой-то... Что-то какой-то дом большой, жуткий. Так, это у нас что, задний двор типа, да? Хорошо, запертая дверь, тебе будет главный ключ. Там кто-то сидит? Здравствуйте. Что это вы тут делаете? Я бы вот после такого просто сел нахрен в машину и уехал отсюда. Но наш главный герой думает, что у него, наверное, стальные яйца. Поэтому он решил все-таки доразведывать это место, да? Ладно, хрен с тобой, пойдем. Так, где-то, наверное, должен быть какой-то вход. О, вход в подвал, да. В любой непонятной ситуации просто прыгай в подвал. Так, это какой-то погреб, да? Запертая дверь требует ключ от подвала, понятно. Нихера, диван такой кошерный. Так, тут какие-то звуки, да? 15 ноября 1889 года. Я пытался спасти ее, но мне не удалось. Я сдаюсь. Я обещаю вернуть Кретхен обратно, но боюсь, что девочка потеряна навсегда. Вульф Людере. Какой-то Вульф Людере здесь уже побывал, между прочим, до нас. Что-то пытался найти. Что пытался найти, хрен его знает. Ты знаешь, кого он пытался найти, нет? Нет, по-моему, не знает. Так, ладно, понятно, какой-то матрас из пенумбры, да? Не из пенумбры? Не обоссанный же? Не обоссанный? Да, вроде нет. Ну ладно, значит, не из пенумбры. Дровишки, отлично. Сейчас наберем дровишек и пойдем жарить шашлыки. Ну его нахер, это все. Ладно, я пошутил. Давайте исследовать, что здесь вообще творится. Какие-то коробки, картины, бочки. Где я вообще нахожусь-то, ё-моё? Еще дровишки. Отлично. Ну блин, пока что как-то жутковато, по-моему. Что там такое, светится? Пойдем посмотрим. Ну да, это какой-то винный погреб, судя по всему. Это гроб. А, блядь, я думал, это гроб. Это дрова оказались. Ладно, отлично, какие-то тут бутылки. Я говорю, винный погреб. Мне показалось, или кто-то бегал? Бляха-муха, это что? Это кукла? Серьезно? Зачем в винном погребе нужна кукла? Кто-нибудь не может сказать, нет? Ладно, так. Давай посмотрим, что это за кукла у нас. Слышь, ты что здесь делаешь? Ты ее взял? А зачем ты ее взял? Ты дурак совсем? Ты больной? Зачем тебе кукла? Бляха-муха. Пока что жутковато, господи боже мой. Это молния. Испугался я. Что-то еще подсвечивает. Это дрова, это все подсвечиваются дрова, да? Блять, нахрена здесь столько дров, я не понимаю. Запертая дверь требует ключ от подвала, блин. Заходим кому-то в дом, пытаемся найти что-то непонятно чего. Все двери заперты. Зачем ты сюда лезешь? Зачем? Ты какое-то расследование проводишь или что, я не понимаю? Чё тебе здесь надо, блин? Я бы ни за что на свете не захотел оказаться в этом месте. Похоронный кабинет Людеры предлагает услуги в нужное вам время. Оживление, гробовщик, церемония, захоронение, кремация. Назначить встречу. Мы также предлагаем частные услуги. Зашибись. Так, куда нам идти дальше, я не понимаю. Пока что. Ну, пока вроде такой подвал. Ничего такой подвал. Мусорные мешки. Закрытые двери. Какие-то, блядь, картины. Ну, мне, если честно, жутковато сюда идти. Хрен его знает. Давайте я пойду так вот, не спеша. Какие-то вазы. Блядь, а там опять... Это моя тень? Или что это? Фух. Так. Куда-то проем хрен пойми куда. Так, а что у нас здесь? Там ничего нету, ничего нету. Все нормально, все отлично, все зашибись. Пока что ничего такого не...
Это что? Это мыши, это, наверное, мыши, да? Это мыши. Ладно, мышей я не очень боюсь. Бляха-муха. Ну, мне жутко становится, блин, ё-моё. Что здесь происходит? Здесь кто-то бухал. Здесь какая-то... Что за звуки, мыши? Перестаньте вот это самое делать, блин. Это мыши, это всего лишь мыши. Да? Это же мыши? Скажите, что это мыши. Это мыши. Да, это мыши, это точно мыши. Какие-то угольки. Блять, слушай, у меня опять наушники выкручены. На максимум. Зря я, наверное, это делал, да? Сейчас я буду, наверное, сраться где-то. Где я буду сраться? Так, подожди. Я буду проверять все аккуратно по 10 раз, но... Не это самое, короче, ну ты понял, да? Ты понял. Ой, блядь. Правой кнопкой мыши, короче, выключается фонарик. Судя по всему. Так, эта дверь мы проверяли, она закрыта. Отлично, что, нам идти наверх надо, да? Так, здравствуйте. Есть кто дома? Есть кто живой? Пока я ничего не вижу, ничего не слышу. Жуть. Жутковато. А зачем тебе куклы? Объясни мне, зачем ты их... Блять. Зачем ты их собираешь? Объясни мне, ты этот? Ты кукловод? Какая-то записка еще одна, да? Я сначала лучше все осмотрю, ладно, по-хорошему, чтобы, если что, это самое не сделать. Фух, так, подожди. Я запирался в разных частях дома, пытаясь придумать способ ее спасти. У меня есть набор из 5 ключей, каждый ключ открывает двери в разных частях дома. Здесь есть большой зал, спальня, подвал, чердак, входные двери. Я оставил по одному ключу в каждом помещении, чтобы разблокировать другие. А ты не мог все в одном месте оставить, дурачок? Нахрена ты раскидывал ключи? Здесь есть какой-нибудь ключник, я не знаю, Хагрид местный. Блять, как громко ты открываешься. Так, я могу закрыть дверь, отлично. Закрытая дверь — это мое спасение. Так, ключ от спальни нужен. Опять эта кукла жуткая. Закройся, нафиг. Чего? Матчес? Спички? А нахер они мне нужны? А, ну я же подобрал дрова, да, конечно. Тут есть еще средства для розжига? Мы же как бы собрались вроде там на шашлыки, нет? Так, что с тобой, что-то надо сделать? Как садиться? Ладно, бог с ним. Так, ключ от зала. Отлично. Это куда? Это проем туда, куда я думаю, нет? Ключ от подвала. Ключ от подвала, ключ от спальни, ключ от зала. Нам вот это вот все нужно. Так, подожди. Ладно, здесь все вроде осмотрели. Давайте закроем эту дверь. Типа мы здесь были, и мы здесь вообще не при делах. Так. У нас там остался еще один проход, куда мы можем сходить. Давайте в него и сходим, наверное, да? Блять, жуткая кукла, а? А это что? Это кто там ржет? Не надо так ржать, пожалуйста. Я и так скоро тут с ума сойду. Господи, кто-то там реально смеется же, нет? Закрой дверь нахер. Хотя нет, открой дверь нахер. Жутковато. Какая-то девочка? Хорош там ржать. До свидания, до свидания, до свидания. Это что было? Твою мать! Ну тебя в жопу! Это кто? Оно гонится за мной? Серьезно? Беги, беги! Какой ключ от зала? Ты что? Ты кто? Ты житель? Ладно, до свидания. Я тут еще похожу по твоему дому. Ладно, я куклы тут собираю. Не обращай на меня внимания, хорошо? Блять, какая жуткая. Что это было вообще? Она идет за мной? Хорош там ржать, слышишь? Я тут чуть ли кони не двинул за тебя. Господи, сумасшедшая. Не надо ходить за мной. Что тебе от меня надо? Да я куклы твои собираю. Смотри, она реально ходит за мной, да? Все, ты не пойдешь со мной? Может, ты мне дом покажешь, слышишь? Давай, топай. Я сейчас возьму вот эту вазу и тебе на голову ее, короче, кину. Будет тебе очень смешно. Давай, ты со мной идешь? Когда я ее хотя бы вижу, я знаю, где она находится, и как бы мне не так страшно становится. Ты там идешь?
Блин, меня аж трясет, честно говоря. Я этого не ожидал, это было очень неожиданно. Какая-то девчонка с какими-то куклами ходит за мной. Зачем? Чё ей надо? Блять, может ее сжечь надо? Мне дали спички, мне дали дрова. Может ее реально нужно сжечь? Больная на всю голову, а? Так, где ты? Не слышу тебя. Ну-ка давай, посмейся. Я по твоему смеху попытаюсь определить, где ты находишься. Так, ну мне куда-то на второй этаж в любом случае, я думаю, да? Где ты? Ладно, хер с тобой. Ты там пока ходи, надеюсь, ты заблудишься и потеряешься. Твою мать. Ты открыла дверь? А давай я тебе это просто по голове дам. На тебе по голове, не? Ну иди ты в жопу тогда. Спасибо, что дверь открыла. Ой, еще одна куколка, отлично. Я тут куклу твою пособираю. Че ты там встала, застряла что ли, да? Дурочка. Хе-хе-хе, ладно, понятно. Что здесь происходит, не знаешь? Я тут как бы так... Где кто? Кто? Где? Блять, я ж тебя поднимал вроде, нет? Нет, тебя я не поднимал. Подожди, подожди, слишком много дверей. Эта херня опять гонится за мной. Да? Ты там гонишься за мной, нет? До свидания. Где? Блять, эти куклы. Твою мать. Иди ты в жопу. Ты за мной идешь? Нет? Где ты? Требуется ключ от спальни. Везде нужны какие-то ключи. Господи, зачем тут все закрывать? Нельзя было один универсальный ключ какой-то придумать, чтобы он подходил ко всем дверям. Такой типа зашел, у тебя есть ключ, ты можешь открыть, что захочешь. Так, чердак. Отлично. Самое время побывать на чердаке. Если б я увидел такую херню, я бы первым делом отсюда свалил. Вот серьезно, я тебе честно говорю. Я бы бежал, а сзади меня оставался такой коричневатый цвет, наверное. Хер ли ты там ржешь-то? Иди сюда. После завершения ритуалов мы сожгли тело в подвале. Мы сожгли их в котле, что гарантирует, что их дух перейдет в загробный мир. Да? Это поэтому столько дров? Где ты, больная? Хихикалка, блядь. Хихикает она. Смешное, видите ли, а? Где ты? Меня напрягает, что я тебя не вижу и не слышу. Лучше уж посмотри. Ты здесь где-то, да? Где ты? Везде эти дрова. Я понял намек. Ее надо сжечь. Где ее надо сжечь? Спички у меня есть. Дрова у меня есть. Мне ее надо сжечь, и потом можно будет пойти и костерчик потопить, да, наверное? Как это мы все читали. Так и бля, я заблудился. Хорош там ржать за дверью, больная на голову. Так, ладно. Что-то открылось? Где? Че? Ладно, нет, неинтересно, я просто пошел. Тут никого нет. Никто не успел сюда прийти, пока я там ходил, шарахался. Где ты? Мне надо куклы собирать, да? Как бы мне они нахер уже не... Где? Блять, я отсюда выйти не могу, серьезно? Меня нету. Меня здесь просто нету. Кто-то открывает там двери, да? Здесь никого нету, уйди отсюда, пожалуйста. Фу-у-у. Кто там дверями балуется? Я не понял, как я сюда пришел? Вот эта вот ебанутая девочка мне открыла, что ли, дверь? Хорош там дверями скрипеть, ё-моё. Слушай, я закрыт. Я не знаю, куда мне идти дальше. Я могу здесь просто прыгнуть? Блять, уйди. Слушай, я не могу. Я думал, может, мне надо как-то отсюда спрыгнуть? Что мне делать-то? Я здесь застрял? Есть кто? Есть кто? Тут закрыто. Тут тупик. Тут нужен ключ от спальни. Тут нужен ключ от спальни. Тут у нас чердак. На чердаке у нас нихера нету, по-моему. Да? Все правильно? Здесь же ничего нету? Хер ли ты там ржешь? Открой дверь, пусти меня.
Где она? Я слышу, что она скрипит где-то дверями, подкрывает, закрывает. Зачем? Где? Куда мне идти? Открой мне дверь. Открой мне дверь, больная. Открой мне дверь, больная. Я сломал игру или что случилось? Я не понял. Что мне делать-то? Ключ от чердака. Мне его надо где-то найти, что ли, нет? Давайте посмотрим все повнимательнее. Я не знаю. Главное, чтобы эта дурочка не напугала меня сзади. Что? Где? Что за звуки были странные? Так. Я пока не вижу ключей, честно говоря. Я слышу только какую-то скрипящую дверь, блядь. Смазать. Смазать-то не пробовали ее, нет? Это куда? А, тут еще один проход. Фу, я, по-моему, выбрался куда-то, да? Есть кто, нет? Как ты меня бесишь своим звуком. Так открой. Я понял. Я ухожу. Слышь, ты больная? А что ты сидишь рядом с куклами? Ты больной какой-то, нет? Здравствуйте, я вас видел, я вас знаю, я вас узнал. Такая, короче, получилась игрушка, не знаю, давайте, короче, заканчивать на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Увидимся в следующих роликах, всем пока.